Всем привет, с вами Ванок, и как я вам когда-то обещал, а было это еще в прошлом году, в моем последнем видео по Medieval Engineers, я играю сейчас в выживание, и не один, а с Димой, мы уже с ним и играли совместно, и попробуем сегодня, он у нас в этой игре нуб, до 90 уровня еще не прокачался, как в Glory Invictus. Дима, приветствую. Да, привет всем. Вот, собственно, игрушка на самом деле достаточно интересная, но, конечно, то, что мы пропускали на нашем канале выживание, было неправильным, потому что в выживании содержатся многие последние нововведения. Разработчики давно уже обещали нам что-то в этом плане сделать, то есть сделать необходимость искать себе пропитание, необходимость как-то более конструктивно подходить к вопросу крафта. Собственно, все это есть сейчас, в этом в том числе нам придется сейчас поразбираться, потому что я не все знаю, но будем по мере возможности Диме подсказывать, ну и, соответственно, буду разбираться сам. Собственно, мы... Ну да, а я вообще ничего не знаю. Да, собственно, мы вот начинаем с двумя тележками, тут некоторые детали содержатся полезные. И нам, на самом деле, задача сейчас попытаться разобраться с кормежкой, потому что еда... Тут достаточно быстро тратится, ну, голод, точнее, растет. Вот, и насколько я помню, тут где-то должно быть возможность собирать какие-то корени быть. Что-то вроде этого. Надо посмотреть. Что, бегать по лесу что-то искать надо? Ну, типа того, я сейчас только единственное, что пытаюсь вспомнить. Каким образом все это делается? Так, ну вот у нас тут есть, в принципе, кирка, есть кувалда, есть топор, есть факел, дубинка. У меня есть еще супчик. Вот я его съедаю, и у меня достаточно неплохо восстанавливается здоровье. Но супчик я взял из тележки. Кстати, по-моему, там твоя тоже появилась, когда ты зашел в игру. Вот, нужно вспомнить быстренько. Тут можно мясо, в принципе, найти. Тут, по идее, должны быть животные. Но еще какие-то должны собираться. И точно цветочки, я помню. Единственное, что я вот... просто вот забыл, запамятовал, как это все ищется. Надо, ну вот, допустим, да, я нашел какие-то грибы, но я не понимаю, что с ними делать. А где-то? А, в лесу? Да. Ну вот смотри, ты открываешь инвентарь, кнопочка И нажимаешь. Угу. Перетаскиваешь эти грибы себе в основной инвентарь и жмешь правой кнопкой по ним. И он съедает твой персонаж эти грибы. Нет, они, кстати, вот когда нажимаешь инвентарь, граунд, то есть в граунде все, ничего нет. Все, я вижу, то что их то надо собрать либо сначала. Выкопать, либо, не знаю, срубить. На Т нажать. А, вот. И он они собирают. Вот и теперь они тебе в инвентаре, как я сейчас тоже да, сделал. Да, теперь они у меня в инвентаре, да. Вот. Маршал. Соответственно, можно тут как раз вот грибами питаться на по первому. Так сказать. Ладно, поначалу обожусь грибов. Так, еще грибы. Так, а я пойду, на самом деле, подобываю камень, потому что камень нам сейчас нужно будет для того, чтобы начать строиться. В принципе, тут... Ну так давай вместе займемся этим. У нас, я так смотрю, по в плане того, что можно тут построить, не особо прибавилось много. Тут, в принципе, есть еще деревянная стена. Деревянная стена, наверное, попроще строится, чем каменная платформа. Мы можем, допустим, каменную платформу сделать, а потом деревянные стены, что-то вроде такого. Тут, плюс тут еще можно ботов, но это все надо разбираться. Посмотреть, как бот... Что нужно, чтобы бот сделать... А бот тут пока что просто спаунится. Вон, видишь, я это в Весле заспаунил. А это он что делает, этот бот? Ну, вот этот бот, по-моему, это я заспаунил. Он как-то нам может помочь? Да, вот сейчас, сейчас я вот как раз сделаю его минером. Проще его убить. А, нет, нужно сначала, вот, вспомнил, майнинг Корея, 4. Вот, я поставил, он сейчас будет добывать нам, помогать камень. Собственно, тут открывать все, что можно построить, сделать через кнопочку Г. Ты тут можешь блоки увидеть, какие есть доступны для строительства. Но блоки строятся не сразу, нам сначала нужны для них ресурсы. Ну и, соответственно, ботов, я так понимаю, их решили сделать такими пока что, без необходимости на них ресурсы тратить, потому что, наверное, бы это было бы... ну, по крайней мере, не дошли они до этого, видимо, разработчики, что боты вызывать как-то за деньги, денег тут нет.
Мы можем пока тоже покопать. Камни тут. Да, ну камушек, допустим, я нарубил, да, но в инвентарь-то совсем мало помещается. Да. Здесь ну, тут можно куда-то складировать. А, знаю, кстати, их можно прикатить. Да, в тележку складывать. Мы можем, в принципе, тут начать строиться. Мы можем тут как раз деревьев нарубить немножечко. И сразу тут что-нибудь построить, так сказать, для тестирования. О, здесь, кстати, какой-то вон монумент стоит. Да, монумент-то, кстати, нужен для ботов. Я их отключил. Исходя из принципа, что боты, они пока что немножко тупоголовые такие, и они больше мешаются, чем создают какую-то реальную проблему, то есть... А, вот эти боты, они должны монумент разрушить, да? Ну, типа того, но это как бы один из режимов игры, я не знаю, как выживание, зачем им разрушать монументы, не знаю, честно говоря. Так они могут тебя атаковать, здоровье тебе убивать. На самом деле они туповаты, они тупо это, начинают в тележку бежать зачастую, с снарядом, например. И в итоге получается вообще какая-то ерунда. Они застревают там, укатывают ее иногда, просто воруют. Хотя, видимо, не запланировано. Так. Так, то есть пока мы тупо собираем ресурсы, там камень, лес и... А у нас как-то совместно объединяются ресурсы, нет? Ну, нет, скорее всего. У каждого свои, скорее всего. Но их можно перетаскивать так. Тут есть такая инструмент такой. Сейчас скажу, где тебе его найти. Вот открываешь ГМ, там вторая закладка инструменты персонажа, и там Manipulation Tool. Я сейчас деревяшкой откинул. Вот, такая рука такая развернута, с пальцем вниз отогнута. Вот ей можно брать и перетаскивать предметы. Наводишь, чтобы появилось, главное, это такое на ней. Вокруг нее такая не рамка, а уголочки. Она, правда, кривовато работает. Так надо ее. В принципе, можно правую кнопку таскать. Можно, по идее, левой нажать и взять. Вот как так, по крайней мере. Так. Строительство. Попробуем построить. Во. Угу. А, вот, он у меня построил основу. И мне нужно скрафт-вуд, чтобы это... Все, бот у нас застрял. Ну, с ними это бывает. Он пытается в гору зачем-то залезть. Они туповаты, как я говорил. И варвары, и обычные боты. Ну, да ладно. Я так понимаю, много камней он нам не собирает. Если он будет постоянно так тупить, проще самим, наверное. Сейчас инвентарь какой-то. Кстати, тут у нас на земле валяется достаточно много камней. Так, нам нужно сейчас темнело. Я не стал ночь выключать, но на самом деле админ сервер может еще и ночь выключить. Я решил, что с ночью интереснее. Единственное, что ни черта не видно становится. Да. Такие очень темные ночи. В лесу реально темно. А, тут, оказывается, стамина тратится. Я думаю, почему он у меня так медленно ходит? Давай, наверное, все-таки пока отключу ночь, чтоб нам показать побольше. Ё-моё. Эту игру тут очень забавная иногда ситуация с физикой, потому что я сейчас вот бревно просто у меня оно улетело в голубые дали. Проще их толкать, чем пытаться их взять, то что. То есть, а вот это вот что значит? Это типа ты заложил постройку, в нее теперь надо ресурсы? Да, типа того. То есть в креатив режиме ты просто ставишь уже готовые сразу структуру, а тут сначала надо их подготовить. Так, что тебе туда надо? Я хочу еще тут камень, по идее, нужно складываться, надо разобраться, как складывать, и я хочу еще парочку сразу построить основ. Допустим, вот так у нас будет горное, наверное, такое это. Да, тут, конечно, немножко неудобно пока что сделано в этом плане всем, что
нужно ресурсы, ограниченные возможности с перетаскиванием ресурсов, и нужно постоянно это их туда-сюда таскать. Но я надеюсь, что это доработали, что игру на самом деле за то время, что я с ней знаком, достаточно сильно доработали. Кажется, надо сюда все-таки притащить тележку и сложить в нее лишние пока вещи. Чтоб это больше инвентаря свободного было. Плюс тут еще можно всякие. Сразу две тогда возьмем. Да, можно плюс еще сундуки всякие делать тут. Ну, сундуки пока рано. Так, они, по-моему, где-то тут были. Вот, вижу. Кстати, можно самим такие тележки будет сделать. Со временем вот тут заодно можно в нее поскладывать. Так, что я сделал только что? Поскладывать дерево. Именно бревна или уже хлам? Можно бревна. Так, надо сейчас единственное, что вспомнить. Вот так, а нет. Сейчас вспомним, как ее складировать. По-моему, наводишь, желтым подсвечивается. И Т, да, вот. То есть берешь в руки. Это манипулейшн тул. А как тележку катить? Тупо толкать? Ну, по идее, да. Что-то я не могу почему-то поднять бревно. А, я не выбрал. Тул, вот. Как глюки непонятные. Вот, взял. Ну да, так кривовато, конечно. Вообще, по-моему, еще можно схватить как-то. По-моему, через этот как раз manipulation tool дергать ее за собой. То есть можно толкать, можно катить. А, дерево уперлось тупо. Поэтому не едет. Вот еще гонки на тележках можно устроить. Да. Конечно, через детство это еще удовольствие ее толкать, потому что она врезается в деревья. В принципе. Вот как-то так. Можно тут, в принципе. Кстати, хорошо, что мы тут майнинг. Я там поставил майнинг арей, ты, кстати, видишь? Тебя показывается. Теперь. Это, наверное, только твои постройки. А, у меня просто показывается, что может куда бежать, я знаю теперь хотя. А тут вырубить просеку. Ну, по идее, мы в этом режиме должны же друг против друга, да? А, не обязательно. Можно друг против друга, можно вместе. Как бы это просто креатив мультиплеерный. То есть, в принципе, как то на что гораздо. Это фриплей игра полностью. Так. Очень весело. В общем-то, я на самом деле не улюсь, после того, как я опубликую это видео, чтобы какие-нибудь появятся, кто скажет, что вот, ты все не так делаешь, что на самом деле ты все проще. На самом деле в этой игре много всяких нюансов. Так, в том числе, что с тележкой свою воюю. По-моему, проще лес обогнуть и не через него толкать, а вокруг быстрее будет, чем я буду тут мучиться. Что достаточно плохо себя чувствует, за все задевает. Мелкие деревья можно сносить, чтобы они. Вот мелкие, они, это, по-моему, новые росточки, то есть они со временем должны превратиться в большие деревья, вырасти, их можно будет срубить. То есть здесь лес возобновляемый. Камень нет, наверное, но камень, в принципе, тут и так много. Поэтому, в общем-то, можно особо не переживать, что ты все вырубишь, как. В принципе, Last of Us тоже возобновляемый, но там ты помнишь, да, как бывало, что раньше, ну, да. Придет какая гильдия и просто одни пеньки вокруг нее, ее база. Ну, я просто пока еще не представляю, сколько, допустим, тратится дерево на постройку там чего-либо, поэтому мне судить сложно, как хватит этого леса, не хватит. Камня, да, вижу, да, здоровенные горы, то есть если все это камень, то, наверное, его дофига. А вот дерево... Да, мне кажется, весь все видео будет посвящено тому, как мы пытаемся вытолкать тележки. Да, я тут тоже застрял, блин. Они еще упираются в бревна, которые на земле лежат. Так, ну я думаю, что... Просто, может быть, конечно, мы неправильное место. Но на самом деле, мне кажется, там место удобнее в том плане, что... В принципе, можем вон...
немножко... А, вот, объехать можно, на самом деле, не через лес. Я сам сказал, что надо не через лес, и поэтому сам поехал через лес. Вот, там можно обойти, в крайнем случае, просто в другом месте застроиться немножечко. Ну, проще, конечно, вот, строиться где-нибудь на полянке. Ну, тогда за камни придется бегать. Нет, а вон, смотри, поляна как бы... Вот мы на нее сейчас выезжаем, и там она граничит прям с горой. Ну вот я примерно туда и собираюсь. На самом деле. А на самом деле, вот, мы на месте почти. Тут. Ну, это... На самом деле тут близко. Я уже вижу эту маленькую горе. Это только парочку деревьев вырубить маленьких. Так, а если вот у меня голод дойдет до нуля, что я умирать начну? Ну, возможно. Но ты попробуй грибочки съесть. Значит, даже разогнался, что у меня такой треск был. А, ну да, съел, немножко повысилось. Вот, плюс тут еще восстанавливается, есть что восстанавливает не только здоровье какие-то предметы, но и всякие еще... О, сам в тележке, по-моему, застрял. Но еще и то, что восстанавливает вот эту стамину, которая у тебя тратится. И прочее. Тут достаточно много вещей. А вот, кстати, можно ли сломать тележку, не знаю. У меня так... О, я нашел способ ее дотащить, по-моему, проще. На себя ее одеть. Так, ладно. Что-то а то мы тут слишком много сильно увлеклись этой тележкой. Я пойду назад. Буду пытаться сейчас построить этот блок. Строить, по идее, нужно с помощью кувалды. Да, вот. Ты в Space Engineers не играл, да? Я так понимаю. Значит, в принципе, тем, кто играл в Space Engineers, это знаком. То есть берем кувалду, если у нас ресурсов достаточно. А у нас сейчас, допустим, их недостаточно. Нужно камней несколько перетаскивать. Еще можно, в принципе, какой-то простейший сделать. Вообще, что я мучаюсь? Тут можно сразу накопать камней. Еще можно сундук сделать, но это надо какой-то крафтовый стол. Сейчас мы это попробуем разобраться с этим как раз. Собственно, вот я камней набил, наставил. Так, они у меня кончились, да, что ли? О. А ты же вроде построил, не? Вот, все, оно, да, я до 100 добил, чтобы она так-то построена, нужно до 100 добить, довести. Да. Так. Ну вот, в принципе, система такая, нужно просто бревен себя натаскать, на самом деле, побольше. В принципе, можно пробовать все-таки вот этого бота вызвать. Вот он, чем хорош, он может таскать именно, вот именно серванта взять. Одного серванта, допустим, который будет таскать. Одного, который будет рубить. Так, сейчас я тут разберусь. Тут надо сделать место рубки, место хранения, ну, соответственно, ботов. Допустим, вот сюда мы поставим их. Кстати, убивать могут сами себя. Ну, не сами себя, а... других дерево падает, будет на них падать, и они будут умираться. Вот, одного я... То есть падающее дерево урон наносит, да? Да, ну, по крайней мере, ботом. Вот, их достаточно забавно это выглядит. Так, ну что, ребята? А, я майнинг корей поставил, думаю, что за... Почему это? Они мне лес не добывают. Давайте, ребята. Я же вас сделал лесорубами, или как? А, я вас этими сделал. Не лесорубами, я сделал минерами. Вот, теперь они будут рубить лес. Так, у нас есть теперь один товарищ, который все будет таскать. Единственное, что ему нужно теперь поставить место, куда он это будет таскать. Пусть он, допустим, сюда их таскает. И вот так, в принципе, такая система, прощающая жизнь игрокам. Вот так, ну-ка. Да, интересные имена присваиваются. Так. Томас, Бакстер. Вот, а нужно портер теперь сделать мне, вот.
То есть сервант просто за тобой бегает, а нужен портер именно. Так, товарищ, ты у меня портер. Так, что-то он не особо хочет портировать. Достигнуто максимальное число ботов. Так, ладно. Давай. Они там пусть рубят хотя бы вроде с этим, то что они справляются. Ну я тебе тут камушков кучу, в принципе, уже наделал. Сейчас я сюда утащу бревен немножко. Главное, чтобы они не разваливались. С этим тоже достаточно забавно, что они туда-сюда раскатываются. Камни твои уже улетают. В принципе, довольно такая интересная система, вот, скажем так, терраформинга, да, выдалбливается такой кусочек неровный, непонятный, допустим, если сравнивать с тем же Life is Feudal, там ровные такие, да, аккуратненькие кубики. А здесь форму-то можно интересную придать в итоге горе. Или тоннель какой-нибудь прорыть. Ну да. И это в том числе тоже. Так, нужно еще скрап-пут. Я, короче, тут повыкидывал всякого хлама. Так, а вот этот дяденька Хаммонд, он так и будет, да, просто? Ну, вообще, по идее, он должен нам таскать сюда. Я то ли схему не так сделал, то ли еще что-то. Вот стокпай тут у нас должен быть, и он должен таскать. Кстати, по-моему, своих ботов даже может сделать, если я ничего не путаю. А, ну правильно, он не таскает, по-моему, потому что... Да, вот все, тут бревен не было. Они нарубили-то, а вот бревна сделать они не догадались. Сейчас он, по идее, должен бревна таскать. Вот, взял, потащил, да. Отлично. Система заработала моя. Все при делах. И ты, и боты. Ой. Я бота, не знаю, убил или что. Дерево? Да или вот он лежит. Я дерево срубил, оно прям на него упало. Ну вот о чем я и говорю, кстати. Бывает. Так, ну я сейчас еще одного просто возьму. Бота. Вот, видишь, неудобно. Он жал, застонал и все, и лег. Тут видишь, неудобно, что нужно эти разрубать сначала эти бревна на скрапы, на кусочки, чтобы построить этот. Получается немножко кривовата система. Так, о, вроде я сейчас могу еще одну построить. Ну так, немножко, конечно, это все долго получается, потому что там тут надо, во-первых, разобраться, вообще втыкнуть, как все это делать, запомнить привычку, чтобы вошло, потому что это все как бы не совсем очевидно. Может быть, даже разработчики это будут еще дорабатывать. Но, в принципе, если вникнуть, то суть понятна. Я сейчас попробую какой-то немножко все-таки платформу достроить, хотя бы вот 3 на 3. И на ней будем какой-то строить уже билиберду. И, соответственно, скрапы. В принципе, можешь разрубать эти скрапы и перетаскивать их куда-нибудь вон туда. Прям собирать их на Т. Наверное, так будет быстрее, чем таскать бревна. Так, вот у меня стамина сейчас, кстати, закончилась полностью. Я бежать не смог. Так, что тут берез? О, у меня тут ягода, оказывается, есть. Ну так, с таким звуком еще смешным ест. Так.
Давай все-таки бота, наверное, верну, который будет нам носить все это дело. Так. Ты, в принципе, так разобрался примерно? Ну, в управлении, да, немного разобрался. В строительство пока вникать не буду, со строительством, наверное, ты будешь пока что. А я с ресурсами буду помогать. Немного, конечно, не нравится вот это вот наведение на объект, чтобы появились вот эти вот рамочки. Ну да, неудобно, меня это тоже раздражает. Надо еще очень близко подходить, чтобы они появились. Так, мне тут что, камни, что ли, мешают строить? Лишь всего хватает. Ага, да, камни мешали. То есть, а тут все постройки, да, они должны быть обязательно на фундаменте, на таком вот? Ну, не обязательно, но так удобнее просто, банально. Потому что иначе будет вообще вакханалия. Кстати, можно, в принципе, даже загончик сделать, вот, бот, чтобы бот складывал в этот загончик. То есть не просто, чтобы это все он рассыпалось, а куда-то там такой а-ля песочницу. Так, а, кстати, это оказывается на земле, это валяется много очень этих вещей. Скрапут. Ага. Вот. Сейчас еще три штучки надыбуем, и у нас будет, по сути, такой задел для платформы. Там что, нашего носильщика опять что любило? А, нет, он застрял в дереве на этот раз. Это игры, на самом деле, вот ты ж, что боты вот эти полезные, что боты-варвары, они, конечно, очень тупы пока что. Что-то дерево какое-то особое. В итоге больше мороки, чем пользы. Ну как, возможно. Интересно, вот какое-то дерево, которое я не могу срубить. Кстати, грибы очень хорошо устанавливают стамину. А вот, все, освободился он наконец-то. Ветки, кстати, тоже потом нужны будут. Я, правда, не помню для чего. Лесорубы сами своих этих бревнах путаются. Грибочков насобирать. Ну да, такая на самом деле игра в своем стиле, такая немножко размеренная, планомерная. То, что когда ты играешь в креатив, у тебя там, конечно, все проще в этом плане. То есть, как ты построил, что хочешь, как подправил, а тут нужно вот это бегать, ну, добывать. Да, это все, конечно, немножко затягивает процесс, и он такой получается, может быть, даже немножко нудноватый. Надо просто... А у тебя корова сейчас мычала? Не знаю, не слышал. У меня сейчас корова мычала. Может быть какой-то... То есть, на самом деле, нужно будет еще побегать, диких животных поискать, они тут где-то должны быть. Сейчас, если она мычала, значит, она где-то рядом. Окей. Может, тебе показалось, еще ко всему прочему. А, вот, вот же она прям. Рядом стоит олень, а не корова. Вот. Вот куда... Вот он. И он еще и так это с горки сейчас сваливается. Ну, по-моему, заглючил. У меня анимация не работает, он от нас убегает. А, вон, все, понял. Да.
Да, он от нас отбегает, ну, но... мычал, как корова. Да, и он на самом деле нужно этот арбалет сделать. Вот, кстати, это все-таки притащил тележку. Ты все-таки это сделал. Да, я по краешку леса прошел. Понятно. Вот, тут можно, в общем-то, сделать арбалет потом будет и стрелять в эту, как я сказал, корову. Ну, оленя-корова. Ну, боты, конечно, смешные. Вот он несет дерево, он уперся, бревно несет, уперся в дерево, выронил бревно, пытается его поднять, кружится вокруг дерева, поднять не смог, ушел дальше. А бревно теперь валяется. Да, конечно, с интеллектом надо будет еще поработать. Это еще игры, на этой игре вообще, в принципе, еще работать и работать. Так что... Ладно, сначала тут, пока тут камни есть, не буду их таскать, я сначала их достроить, то, что я тут начал. Тем более, вот, собственно, они сразу исчезли. Потому что я начал строить. Видишь, на самом деле, мне кажется, еще стоит Ты погоди, так тут не копай, я хотел просто вот этом построить сразу. Пока есть такая возможность. Пока... Вот, да. Ну ладно, сейчас дострою тогда это. Сейчас камни как раз затратятся. Харе, 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 погоди. Ты разогнался. Я хочу достроить, просто я базу не построю, пока тут камни валяются. Они мне мешают, блокируют строительство. Вот, раз. И нужно мне... Вот, все, два, теперь можешь копать. Можешь даже сам попробовать по этому. Построить. Можно даже попробовать потом подкоп сделать, единственное, что надо будет осторожно, чтобы не разломать эти камни. У нас можно сделать такую постройку в пещере, какой-нибудь замок в пещере. Ну да, я вот когда строил в креативе, записывал видюшки, там я примерно все такие вещи и сделал. В общем, берешь молоток в руки и просто это, стучишь по блоку недостроенному. У тебя будет заполняться. Ага, тут нам скрафутс не хватает, кстати. У нас ресурсы кончились. А, ты тут поломал. А, да, я его перестарался. Так, и теперь надо как-то убирать, кстати. Хотя его можно, по-моему, починить. Да, ты не убирай, надо и просто этими достроить. Не хватает скрафутс нам просто. Надо их еще несколько штук добыть. Что-то ботов я даже на горизонте уже не вижу. Они, наверное, друг друга поубивали в лесу в эту. Отличные боты. Да. Я поэтому и говорю, что... Они, конечно, забавно пытаться что-то с ними сделать, но это быстро заканчивается тем, что они друг друга выпиливают, и все. Причем даже это... Врагов не нужно с такими союзниками, как говорится. Да, как же здесь стамина-то быстро тратится. Ну да. Видимо, восстанавливается. Так, вот сейчас я могу починить. Ага, отлично. И достроить нужно вот эту платформу, и можно уже на ней чуть более лестницу. А, лестницу надо еще сделать. Тут неудобно подниматься. Ладно, ботами я уже тогда больше играться не буду. Уж больно они туповаты. Так. Лестницу, кстати, можно сделать и деревянную. Тут как раз покажу, как еще
С деревянной лестницей можно что сделать. Так, нам нужно два тимбер. Тимбер, это у нас делается из бревен. Значит, нам нужно срубить дерево. Сделать бревна. Тимбер там, по-моему, тимбер это, по-моему, именно... А вот меня дерево убило только что. Прям убило? Да, прям убило. Возрождение, деревянная кровать. Вот тут карта, это как раз для возрождения. Ну, в общем-то, я, по-моему, ничего не потерял. Да? А, не, потерял. Часть инвентаря. То есть я тебя починить не могу. Тебя можешь полутать, по-моему. Если я ничего не путаю. Так что надо здесь быть аккуратным. Оно так и бывает очень весело падает. Да, что у тебя тут? Кирка, молоток, грибочки. Ну, лишний будет кирка. На самом деле. Так. Сейчас смотрю я. Круглая балка. Ага, я и могу даже в инвентарь перетащить. Вот, и по идее, вот как раз она нам нужна для лестницы. Если я ничего не путаю. Если не она, значит нужны деревянные, которые обрабатываются. Но это, чтобы обрабатывать их, нужно по этим топором правой кнопкой. Да, вот, сейчас я сделаю это как раз. Вот они мне, эти фигни лежат. Я беру топор. Кстати, боты вот такие фигни приносили. Они, я их сделал. Такие ровненькие, кругленькие. Да ё-моё, они скатываются. Так. Нет, это понятно, это обычные бревна, когда... Вот, правой кнопкой, по идее, нужно по ним бить, если я ничего не путаю. А может и нет. Если что-то не делается ничего. Так, а если кувалдой? А, по-моему, кувалды надо. Не? Что-то я забыл. По-моему, то ли топором, то ли кувалдой, то ли правой... Кнопка еще... А, вот. Вот, все правильно. Левой кнопкой кувалдой доводишь до 100, и они должны... Нет, не должны. Они просто чинятся. Так, сейчас. Или так все-таки. Просто подольше постоять. Я помню, я как-то один раз ударил, и у меня сразу превратилось. А тут... Ага. Ты левый нажал, да? Нет, правый, значит, я его уничтожил. Хм... Что-то я не понял. Что за прикол? Как там же можно было? А может это они уже и были, вот эти итоговые балки-то? Нет, они должны быть... Круглая балка, это просто когда ты срубаешь. Сейчас, надо просто вспомнить. Я... Причем у меня как-то это легко получилось. Я прям до того, как запустил тестовый сервер... А вот, стоп. Да, все правильно, стоп. Лок. Вот, лок нам нужен. Они просто... Видимо, с разных деревьев... Вот, вот, все, квадратное у меня получилось, все правильно. А, наверное, если еще раз ее обработать, будет круглое. Мне что-то вроде как-то так. Ты завис, что ли? Да нет. Вот, я сейчас сделал, как раз квадратный, вот, все. Деревянная балка. Заодно из них вообще вот и мусор тоже вываливается. Единственное, что... А круглое свалилось. Ну, единственное, что, может быть, как раз для лестницы там нужен обычный лок. Ты на всякий случай притащи бревно простое. Две штуки, чтоб нам лестница. Я просто по картинке, по иконке не вижу. Она так не совсем однозначно показывается. Так, попытка номер два. Тимбер. А, нет, тимбер, древесина, что-то я туплю. Просто древесина нужна, наверное. Просто древесина, тимбер, это у нас что? Это у нас... Крабфуд, деревянная балка. Или это просто... Так, так. Надо смотреть, куда дерево падает. Большая сосна, она так может хорошо треснуть по лбу. Хм, это лок. Как же сделать тимбер? Что-то уже забыл. А как ты смотришь, как эта вещь называется? Тимбера называется. Там, когда строишь, показывает, что нужно для строительства. Там показывают, что два тимбер. Нет, то, что вот на земле лежит. Как посмотреть, как это называется? Да, открыть инвентарь. Кстати, хорошая идея. Открыть инвентарь, у тебя граунд показывается. Круглая балка, деревянная балка, лог. Угу.
То есть что-то как-то понятно. Непонятки. Но вот говорю, тут разбираться и разбираться сами с этими вещами. Ладно, я сделал тогда пока что лестницу на каменную, а потом уже разберемся. Тут, по крайней мере, видно, что нужны нам скрафут 6 штук. У меня кто-то есть 6 штук. Надо просто разгрузить. Немножечко. Ну да, так это на самом деле. Если одному играть, то нужно таким быть немножко. В этом смысле как меланхоликом, наверное. Чтоб это все дело. Вот. У нас готова почти лестница. Вот, собственно. А, ну еще тут достроить. Достроить тут один блок. И можно попробовать сейчас разобраться с крафтом. Потому что с крафтом я вообще сам даже не в курсе, что тут делать. Тут почти закончились мои. То, что я могу сейчас. Собственно, ресурсов. Ага, мне еда надо сейчас будет найти, где идти. Анимация еще нас залипает. Тоже. Проблема. Так, что ты не строишься-то, я не пойму. Что-то он подвис. Не хочет даже строиться почему-то. Что-то. А, не хватает камня. Я что-то стою дурак, машу, не понимаю, в чем дело. У меня камень закончился просто. Вот, все, наконец-то. Почти осилили платформу. Ну вот, видишь, на самом деле, сколько, может, между прочим, на 40 минут играем. Между тем, вот да, это вот это только... 3 на 3. Да, и лестницу. Еще даже не поняли, как деревянную строить. Ну вот, допустим, ладно, попробуем разобраться с крафтом. Так, тут можно, допустим, колчан сделать, можно бандаж сделать, из ягод. У меня ягоды были, но там не хватало. Топор. Где-то тут должны быть еще... По идее... Камней-то нарубил. Крафтовый стол, вот надо вспомнить, как, по-моему, деревянный стол... Именно стол, в котором, по идее, можно крафтить что-то еще. Инструменты. Ну, допустим, если мы обычный стол построим, там что-нибудь даст, интересно, или не даст. Ну, кстати, еще сундук построить, вот. Так сказать, для разнообразия. Что нам? Вот тимбер опять это нужно, тимбер. По картинке это какая-то квадратная панель. Вот она. По идее, квадратная балка это и тимбер. Но я могу ошибаться. Тимбер. Как же тимбер делать-то? Тогда, скажите мне. Это точно не балка. Наверняка в комментах к ролику потом узнаем. Это просто ее ломает. Это делает круглую. Соответственно, с круглой уже... С круглой ты уже потом ничего не сделаешь. Ничего. То есть, если квадратную превращаешь в круглую, поэтому мы не смогли ничего обработать. Так, ну допустим, если я сделаю еще одну круглую. Разнообразие. Может быть, тогда получится. Так, стоять. Тут немножко как с переводом. Я просто ко всему прочему. Тут русский язык включен. Ну вот, смотри. Еще одну. Русский язык включен, и может быть... У тебя две. Я просто сам не понял. Допустим, попробуй сам выбрать в Г 100. А, тимбер 4 штуки. Вот эта балка как называется?
Даже не Г выбирай, а как вот эта балка называется? У тебя английский язык или русский сейчас? Да у меня тоже русский стоит. А, ну понятно. Ладно, я тогда побегаю за грибами пока. Может быть, сейчас что-нибудь в голову придет. В идеале, конечно, погуглить. Там есть это... Что-то вроде Вики, по-моему, у разработчиков. Но... Значит, надо время тратить. Тут тележки ничего нет, интересно. Лок, лок. Кариня. Круглая балка 10. Так, а этот стол он вообще где должен устанавливаться? Потому что он у меня везде красным. Ну, он, допустим, на платформе он красный, потому что тебе ресурсов не хватает, по идее. Ага. Кстати, тимбер, я сейчас подумал, может быть, тимбер из листвы надо делать? Что-то вроде такого. Сейчас все варианты попробуем, короче. Какие в голову придут. Где-то тут листва валялась. Богато. Так, ну молотом дерево рубить бесполезно. Допустим, если их сразу топором правой кнопкой. Ага, вот. Бранчес. Кстати... В общем, какая-то непонятка совершенно с этой фигней. Может, просто все-таки вообще, если как бы смотреть, то по картинке, просто иконка маленькая, то это где эти квадратные бревна и круглые тимбер древесина. Допустим, у меня тут сейчас точно 4, гарантированно 4 штуки. Есть их? Тимбер, нет. В общем, не знаю, честно говоря, что тут за фигня нужна. Что они понимают под тимбером. Занеси их прямо на платформу. А вот, кстати, круглая балка. Тимбер раунд. Круглая балка, тимбер раунд 1. Так. Интересно. Вот, допустим, балки делаются, собственно, как раз из тимбера. Может быть... В этом и проблема, что мы их как-то не просто не так обрабатываем. Похоже, все, что все-таки вот лог. Это и есть тимбер. По крайней мере, так кажется. Ну-ка. Так, а если... Опа, меня, собственно, дерево тоже убило. Так, скрабфуд. Допустим, самое простое, кровать. Нет. В общем, это, похоже, нерешаемый квест. Нужно просто заниматься сейчас гуглением, потому что... Если мы так сейчас будем дальше бегать, то мы, боюсь, просто оставшееся видео прострем на то, что разобраться. Что, ну, в моем понимании, вот, есть, допустим, лог. Ты его, допустим, разрубаешь.
получается тимбер. Ну, получается квадратная балка, из нее получается круглая балка. Вот, по идее, вообще должно как раз как бы как какой-то тимбер и получаться. А, вот, все, разобрался я. Квадратная балка — это и есть тимбер. Все окей. Все, тимбер, ну, тимбер — это квадратная балка. Все нормально. Ну вот, видишь, 30 минут не зря прошли. Да. Просто у меня почему-то, видимо, просто их не хватало, чтобы мне построить стол. Короче, давай сюда натаскаем квадратных балок наверх. Круглые нам уже не нужны. Жалко, что... В принципе, это на самом деле логично, что круглые назад в квадратные не превратить. Как ты их уже обработал. Но я говорю, это... креатив на самом деле, ой, креатив, survival после креатива, конечно, очень необычный, кажется, очень во многом непонятно все, но если разобраться, даже может это интереснее, потому что просто строить, конечно, тоже своя есть такая фишка, но просто строить надоедает, а тут можно как-то поизгаляться, время потратить, главное лишних ударов не делать по балкам, чтобы они не превратились в круглые. Вот я тут надел, в принципе, нам должно хватить сейчас. Да, я вот все на платформу стаскиваю. Ну, я сейчас тоже буду стаскивать. Кстати, можно ими кидаться. Берешь левой кнопкой, правой, и правой жмешь, и он ее кидает. Можно, наверное, даже и убить кого-нибудь. Если метко кинуть. Сейчас весело будет, если окажется, что я наврал, что стол просто стол, а не нужен для крафта. Так, ну мы попробуем, тем не менее. Тут у нас всего хватает. Вот, отлично. Стол я построил. Можно еще сундук для разнообразия сделать. Вот, теперь у нас есть сундук. Сундук можно чуть попрятать. Так, деревянный сундук. Допустим, факел. Я туда положил. Кстати, в деревянный стол тоже можно что-нибудь положить. Как тебе идея положить стол? Можно, да. Вот, я выбрал все. Да, деревянный стол можно использовать для крафта меча и арбалета. Для арбалета нужно 2 маленьких камня и 4 скрап-вуд. Вот, классно. Так, где-то у нас тут были скрап-вуд, если не ошибаюсь. Сколько маленьких? 4, по-моему, или 2. Ну вот, маленьких надел. И вот можем сейчас тогда уж, раз мы так разошлись хорошо, убить лося попробовать сходить. А болты нужны? Да, болты тоже нужно крафтить. Там колчан нужно сделать, что-то вроде такого сначала. Колчан просто ты делаешь у себя в инвентаре. Так. Вот я себе здесь... Так, не понял. А нужно скрап-вуд, чтобы построить кроссбоу. Ну, у меня есть он. А, вот так, наверное, надо сначала сделать. Маленький камень. Так. А, маленький камень там внизу валялся. Да, я его перетаскиваю через инвентарь. Во, отличный. Скрап-вуд. Не понял. Я же вот его тебе сделал. Или я тут уже наделался арбалетов кучу? Вроде нет.
не понял. Что-то прикол. Че, у меня вот он не дает построить. Ничего. Так. Еще раз. Стол. Арбалет. О, сделал. Видимо, там мне что-то мешало мне. Или инвентарь забит был. Или потому что тут валялось всякой ерунды. Вот, я сделал себе арбалет. Мне нужно колчан, 2 скраппут. Стрелы, по-моему, тут болты так не нужны. По-моему, только колчан нужен. Как бы будет, по-моему, бесконечно потом. Отлично. Вот. Сет, будешь делать? Да сейчас я пытаюсь блок поставить, чуть не пойму как. Вот выбрал я каменный блок. Навожу, но он у меня красным светится. Вроде не мешает ничего. Ю-ху. Так, ну ладно. Так. А ты да. Болтов наделал, да? А я вот пытаюсь понять, болты это делать все-таки надо или не надо. Я где-то киллер делал, где-то ее забыл. Куда-то ее потерял. Или же все-таки квивер это все-таки один болт. Их просто так называются они. Ну, допустим, ладно. Поделаем сейчас по много-много... Скрапут. Тут чего-чего, скрапут мы делать уже умеем. Целый лес уже повалили. Конечно, делать это все очень медленно, тягомотно. Да, похоже, он болты называет это просто этим. Точнее, колчаном, да, болты называет. Но, допустим, я тут сделал... Сделаю, допустим, 4 болта. Пойдем поохотимся. Ты себе сделаешь арбалет или что? Да вот пытаюсь, лежат эти скрабвуды. А ты их перетаскивай куда-нибудь там этот стол, положи, и он там будет из стола брать. Там еще нужны маленькие камушки. Соответственно. Но он мне показывает, что камушки у меня есть, 2 лежат, а 4 вот этих красненьким светятся. Значит, их у тебя нет. Их нужно в стол там положить или в инвентарь себе. Или где-то рядом сундук хотя бы. Так, ладно, я попробую корову найти, как ты сказал. Ну, она мычала. С арбалетом, конечно, эпично бегает так. Еще надо найти теперь. А, во, вижу. Так. Есть. Мимо. То есть попал? Ну, почему-то отобразил. А, вот, все, я понял. Короче, 4 колчана, это до хера болтов, извиняюсь за выражение. Вот, все, убил. Есть контакт. Короче, можно, в общем-то, один колчан сделать, по идее, тебе должно хватить, чтобы пострелять немножко. А сейчас надо разобраться, как разделывать мясо. А, вот, все, просто на инвентарь открываешь, и он тебе сразу это... Ну, раз такая пенка пошла, то надо еще попробовать... Костерчик развести, по-моему, это тоже тут можешь сделать. Тут готовка есть. Так, а как предметы запихивать во что-то там, в сундук, допустим? А, открываешь, либо берешь предмет в руки и наводишь на сундук, он желтым подсвечивается, ты нажимаешь, и он туда опускается, либо через инвентарь. Все, да, спасибо. Так, а я сейчас попробую, у нас на самом деле уже час такого, такого размеренного геймплея.
Но я хочу тогда все-таки под конец успеть сделать еду какую-то. И мы, наверное, если тебя это заинтересует в дальнейшем игра, уже будем отстраиваться более толково уже в следующих сериях. Да, да, можем, в принципе, продолжить летсплей. Сегодня, конечно, у нас такой получился, сумбур непонятный. Ну, а дальше уже, наверное, получше пойдет. Ну, я люблю так это, значит, не особо разбираясь. Чтоб, так сказать, показать. Ой, блин, я сажал зачем-то сырое мясо вместо грибов. Конечно, не как в некоторых survival, когда там сырое мясо ешь, и тебя потом тошнит. Это вот совсем. Я в Stranded Deep играл недавно. Вот там такое. Да, смотрел. Ты раньше там вообще можно было крабов ловить, сейчас крабов нет. Вот забавно. Крабика сырого берет, съедает, его сразу это тянет блевать. Так. Готовка. Есть жаровня у нас. Я, честно говоря, не уверен, что жаровня у нас для готовки. Но похоже, что альтернатив у нас все равно нет. Для жаровни нам нужны, опять же, пресловутые скрапус. 3 штуки. Вот, они есть. Я, честно говоря, не уверен, что я правильную вещь построил. Ну, попробовать стоит. Так. Так, нет. Жаровня явно не для крафта, потому что у меня тут ничего не получается не сделать. Просто подсветка ночи, чтобы можно было. Я, да, сейчас тебе покажу. Ночь. Затишь, да, как меняется это? Угу. Тенит, да. Игра. Красиво. Вот. И ночью... Ого, прикольно. Если бы мы играли бы сейчас с ботами, соответственно, они нас атаковали бы, все-таки арбалетчики вылезли бы, еще товарищи. Кстати, с факелом так прилично-то факел сделал. Ну да. Хорошо сделал. Это нас, они ночью, соответственно, в особо большом количестве появляются и начинают атаковать. Ну, в общем, как-то так. На самом деле, тогда сейчас, наверное, не будем сегодня запариваться с готовкой. Как-то это точно, я знаю, можно сделать. По крайней мере, разработчики отчитывались этого. Но в следующих сериях мы тут, наверное, уже достроим платформу эту, попробуем какие-то стены сделать еще и прочее, прочее, прочее. Ну, а с вами, напоминаю, в этой долгой, но при этом, кстати, в первом, который я записывал в этом году видео, были Ванок и Дима Дон Динон. Да, всем спасибо. К следующему разу подготовлюсь.